Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня у меня обзор готовых работ за несколько месяцев. За апрель, июнь, июль и август. За май нет, потому что у меня в этом месяце совершенно не было ни одной готовой работы. Я, конечно, вязала, но они у меня немножко перенеслись на следующий месяц, так как готовилась я к мастер-классу на то время по малышам Зузу. Итак, наверное, начнем. Так, я тут себе подготовила немножко список, чтобы сразу вам рассказывать. Так, в апреле у меня связались несколько игрушек, 4 игрушки. Первый у меня был связан вот такой зайка. Наверное, многие его помните. Я вязала серию зайк радужных. Зайка этот связан по мастер-классу Олеси Азаровой. Ссылочку я вам оставлю внизу под видео. Связан он из пряжи Alize Cotton Gold Hobby. Номер, по-моему, 141. Да, 141. Вот такой заюшка. Я маленько меняла им носики, меняла ушки и вот такие бантики делала под цвет самого зайки. Вот остались у меня, по-моему, несколько заек, наверное, 3 из этой серии. И вот синенький как раз у меня связался прям, я его закончила, по-моему, 1 или 2 апреля, то есть на начало месяца. Так, следующая игрушка была связана бабочка-жучок. Это я сама придумывала схему по этой бабочке. Он мне, знаете, напоминает вот из мультика, из игры Кузя. И вот такой же тоже бабочка-жучок. Вязала я его из разной пряжи. Розовенькая пряжа — это Газал джинс, оттенок номер 1116. Крылышки эти, я уже не помню какой оттенок, но это пряжа Ярнар джинс, такой нежно желтенький оттенок. Штанишки у него съемные снимаются, и кепочка у него пришита. Розовая эта пряжа была Амигуруми Картапу. И вот такой вот, не знаю, какой оттенок, зелено-голубой, тоже это пряжа Нако Калико, оттенок номер 11221. И вот такой вот получился малыш. Тоже у меня пока в наличии. А следующее я вязала лисенка как раз по своему мастер-классу. Я готовилась к нему. Вот такой лисенок у меня связался. Лисенок у меня был связан из пряжи. Так, вот основной оттенок у него — это Alize Cotton Baby Soft номер 37. И вот здесь у меня белый, желтый и коричневый. Белый — это у меня Ярнар джинс 62, желтый Ярнар джинс 35, и коричневый — это у меня Cotton Gold номер 493. Вот такой вот у меня лисеночек был тоже связан. И последняя работа в октябре у меня была связана игрушка-погремушка, морковка. Вот такая морковка по мастер-классу Марины с канала Добрые Игрушки. Я ей до сих пор ей щечки не сделала, готовила ее, эту морковку, к ярмарке, но ярмарка так у меня и не произошла, и очень много игрушек осталось в наличии. Ну ничего, я не расстраиваюсь, будет еще ярмарки. Саму морковку я вязала из пряжи Газал Baby Cotton, оттенок я не помню, по-моему, 3416. Точно не скажу, потому что он посветлее, чем 34-19. И вот такие кудряшки у меня связаны были из пряжи Alize Cotton Gold Hobby. Оттенок, по-моему, 612. Вот такие салатовые. Такая вот игрушечка была связана. Далее в мае, как я и говорила в начале видео, у меня ничего не было связано. И потом у меня идет июль. В июле у меня было побольше уже игрушек. Первого я связала Мишку Метка по мастер-классу Марии Устюшкиной. Я участвовала в, наверное, как он, онлайн или совместник. Или, ну, точно не знаю, как называется. И вот такого Метка
я вязала. Сам медок у меня связан из пряжи Alize Cotton Gold, 493 оттеночек. И вот штанишки у меня были связаны из пряжи Газал Джинс. Так, оттенок голубой, в списке смотрю, уже не помню. 11-15. И вот этот желтенький, по-моему, джинс. Ярнард, но точно оттенок тоже не помню. Штанишки у него вот такие съемные, сзади такой хвостик. Здесь сделать вообще на пуговках или просто пришивать. У меня здесь вот на таких вот кнопочках я делала. И вот такой вот еще беретик был связан. Прикольный мишка. На нитяном креплении он. Ручки, ножки шевелятся. Такой мишутка получился. А далее я связала слоника, также по своему мастер-классу по малышам Зузу. Вот такой вот слоник получился у меня. Основной цвет это у меня цвет номер 76. И здесь у меня темно вот голубой такой оттенок номер 33. Ярко-розовый, по-моему, ярко-розовый номер 42. Вот этот светло-розовый, я уж не помню, это, по-моему, вообще картопу я сюда вязывала. И даже, в принципе, да, это картопу идет. И белый 62-й. Его даже если посмотреть, здесь вот 42-й джинс и картопу. И не сильно вот видно, что столбики больше. Хотя у картопу метраж меньше, получается ниточка потолще. Вот такой слоня получился. Ссылочку, кстати, на где вы можете приобрести этот мастер-класс, если вдруг вы захотите, на енотика, лисенка, енотика сейчас тоже покажу, и на слоника можете приобрести у меня на страничке в Instagram. Ссылочку я вам обязательно оставлю под этим видео. И следующий у меня был связан енотик, ему я еще, кстати, не пришила хвостик, где-то хвост лежит. Этого второго енотика я вязала из пряжи Alize Cotton Gold Tweed, она такая вот в крапинку в такую. Оттеночек я вам не подскажу, не помню. Розовый вот здесь это 42-й, сиреневый это, по-моему, 89-й, голубой 76-й. Такой вот как, не знаю, зеленый такой номер 79. Такой вот енотик получился. Так, далее у меня была довязана уже куколка моя, еще одна, которую я, кстати, еще только вот единственное, что у меня без тапочек до сих пор, и не отфотографированная даже. Вот такая у меня куклена была связана. По мастер-классу я по платному ее вязала, ссылочку на девочку могу оставить, переходите, мне нравится, как эти куколки вяжутся, это вторая такая куколка связанная была. Саму куколку я вязала из оттенка Cotton Gold, Alize Cotton Gold, оттенок, по-моему, номер 161. Штанишки были связаны из пряжи Нака Калика, оттенок номер 11221. И вот такой сиреневый оттеночек. Это пряжа у меня Картопу Амигуруми, оттенок К705. Такие вот кофточка у нее получается съемная. Вязала я без схемы, сама на пуговках. И штанишки тоже съемные, и тоже они на пуговках. То есть они здесь расстегиваются. Волосики я эти покупала, заказывала на сайте AliExpress. Мне приходили. И вот такую тоже салоху связала. И маленько украсила ее вот такой вот пуговкой. Такая куклёна получилась. Надо вот только тапочки, думаю, либо связать, либо докупить. Так, далее. Что мне еще было связано? Котозаяц я вязала. Как-то я вам тоже показывала фотографии, потому что мне сейчас даже, по-моему, не сохранена. Я вязала ее с плюша на заказ. Этого, точнее, его котозайца. Еще я связала в этом месяце пчеленка тоже. По мастер-классу также Зузу, но самого мастер-класса на пчеленка у меня так и нет. И я хотела его выпустить летом, но так мне не получилось выпустить.
и решила его пока оставить. Вот такой у меня пчеленок получился Зузу. Связан он из пряжи. Это у меня Cotton Gold номер 493 коричневый и желтый номер 35. Это джинс Ернард. И белый номер 62. Тоже джинс Ернард. Такие вот усики. У них там стоит проволока. То есть они гнутся. Такая довольно-таки плотная проволока. Вот такой пчеленок. Но пчеленок самый, мне кажется, милашный. Ну, лично мое такое мнение. Такой получился пчеленочек. Так, по-моему, это все у меня игрушки за июнь. И что я связала в июне. Так, а в июне я уж не помню, что я связала. Надо смотреть. А, помню только, что связала я в июне. Так, сейчас, секундочку. Так, нашла списочек дальше. В июле у меня связано 4 игрушечки. Первый у меня был связан ам-нямчик. Вот такой вот. Он у меня в наличии. Это ам-нямчик. Вязала я его из пряжи китайской. Ссылочку на эту пряжу я вам оставлю. Мне очень сильно нравится именно вот этот оттенок для ам-няма. И какой он получается. Потому что пряжа довольно-таки такая толстенькая. Белая это у меня пряжа... По-моему, Ярнард джинс номер 62 в две нити. И красный, по-моему, номер 90 Ярнард джинс. Вот такой там нямчик получился. Тоже у меня в наличии. Тоже готовилась к ярмарке. И думала, что мне его купят. Но опять то же самое. Дальше я связала львенка. По мастер-классу, я вот не помню, ВКонтакте нашла у девочки там мастер-класс, вот такой вот у меня получился львеночек. Здесь у меня разная пряжа, желтая пряжа, это у меня Газал джинс, оттенок номер, желтый номер 1124, и вот такой голубой, я его тоже использовала для метка, это у меня 1115. И вот это оранжевый, это у меня остатки Ярнард джинса номер 77, ну и коричневый номер 493, белый номер 62 джинс, Cotton Gold коричневый. Вот такой львеночек получился, то есть такой милашный, небольшой. Так, далее, что у меня еще связалось? Связалось у меня еще в июле белочка, первая моя белочка Алиса. Вот такая вот белочка у меня получилась, красотка. Здесь у меня пряжа Ернард джинс номер 85, оранжевый цвет, и номер зеленый номер 69, по-моему. Или 89. Уже тоже забываешь все цвета все равно. И вот у меня такое платьишко здесь, украшенное пуговкой Божья коровка, салоха у нее снимается, и здесь тоже украшено. Вот такая вот белочка у меня получилась. И последнее, что у меня было связано в июле, это я связала, ну, как бы не игрушка, но все равно связано. Это мне такой брелочек в виде трех ягодок клубнички. Вязала ее из пряжи Cotton Gold Alize. Этот оттеночек красный номер 56 и зеленый номер 126. И вот такие вот еще заказывала с Алиэкспресса на брелки такие веревочки с карабинчиком. Ссылочку тоже оставлю. Связалась вот у меня. И в августе у меня связали целых 3 игрушки. Первая у меня была связана белочка Алиса. Вторая игрушка уже, по ней я делала мастер-класс. Вязала ее из пряжи Газал джинс Baby Cotton, оранжевый оттенок номер 3419, и вот такой красивый, как бы бордово-коричневый, такой кирпичный, наверное, я вот не знаю, оттенок. Это номер 3453. Здесь у меня украшено тоже пуговками беленькими в виде цветочка, и салоха у нее тоже съемная, как у первой белочки. Кстати, по белочкам, маленькое такое отступление, может, кто не знает. У нас сейчас скоро будет, точнее, уже запущен марафон.
Я вам ссылочку обязательно оставлю. Марафон «Осенний лес» у нас будет проходить в Инстаграм. Обязательно приходите, если вы хотите связать мою белочку Алису. И не только, там еще будет плюс 8 целых замечательно классных просто игрушечек. Ссылочку вам оставлю внизу под видео. Обязательно переходите. И осталось мне показать вам целых 2 еще игрушечки. Такая вот связана у меня котяка-арбузяка. Тоже я участвовала в онлайне, наверное. Автора я вам оставлю внизу под видео. Связан такой котяка-арбузяка у меня. Из пряжи вязала Cotton Gold, Alize Cotton Gold. Красный оттенок это номер 56. И зеленый оттеночек это номер 126. Вот этот оттенок, по-моему, 83 или 73. Джинс. Ернард. О. Такой красивый оттеночек. Такой котяка-арбузяка получился. Может сам сидеть. Здоровский вообще. Мне очень сильно понравился. Надо еще тоже отфотографировать. И последняя игрушечка, которая у меня была связана. Тоже я ее, по-моему, начала давненько как бы вязать в июле. Это у меня получился вот такой вот инопланетянин Руди по мастер-классу Марины с канала Добрые Игрушки. Ссылочку я вам оставлю внизу под этим видео. Здесь я уже тоже не все оттенки помню. 37-й оттенок, вот такой классный оранжевый. Это Alize Cotton Baby Soft. Также, как я использовала для лисенка. И вот помню, что этот 42-й оттенок джинс. Ярнард. И вот эти вот все шипы я вязала номер 612-й Alize Cotton Gold Baby. Cotton Gold Baby, что несу? Cotton Gold Hobby, номер 612. Желтый и вот такой вот нежно-голубой, или зеленый такой между ними. Вот честно, уже не помню, какие оттеночки использовала. Но вот такой вот он классный получился. Мне очень сильно понравился. Сзади у него кармашек. Лямочки такие сделала. Тоненькие лямочки и пуговки вот такие добавила. Здесь тоже пуговка и здесь тоже кармашек. На этом у меня все мои игрушки, все готовые игрушки, которые у меня связались за несколько месяцев. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!